Поворачиваемся вправо, выпускаем когти, как кошка. Назад, забираем. В другую сторону, выпускаем. Назад, раз, два. Раз, два. Кто в лес, кто по дрова. Детвора старается, машет руками, идет в присядку. Рядом не отстает Ольга Сумская. Актриса признается, поупражняться с утра ни ее, ни дочку не заставишь. Ранок не починається з зарядки, починається з фрешиків, з кашок. Я встаю десь так пів на восьму, але потім вже протягом дня і навіть ввечері я беру Ганусю і ми бігаємо у парку. Не бегать. Вертеться колесом предлагает семье сумских Борисюков Славик, мальчуган из детдома. Он сам себе тренер. Разработал собственный метод улучшения физической формы. Нужно 3 дня это делать. И утром качаться, пресс делать. И ночью уже кувырок. Идея вернуть физкульт минутки в школы к чемпиону по плаванию Денису Силантьеву пришла в прошлом году. Воплощать благотворительный проект начал в сентябре. Записал зарядку на видео и показал ее в пединституте. Знайомилися педагоги, знайомилися вчителі початкових класів, знайомились методисти, давали свої поради, яким чином цю гімнастику от саме в часових рамках реалізувати і які вправи необхідно бути. Отвлекаться от учебников на гімнастику спеціалісти советують після второго урока. Не более чем на 5-7 минут. Этого достаточно, чтобы переключить внимание ребенка, сделать его активнее и любознательнее. Уже завтра диски с зарядкой чемпиона обещают отправить в школы Киева и области. Если традиция приседаний приживется, ее планируют распространить на всю Украину. Катерина Деркач, Роман Рамус. События.